Ребята, всем пламенный привет, у микрофона Рамзеус. В сегодняшнем видеоролике будем выполнять задания от подписчиков, поэтому усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно и очень круто. Как только этот видеоролик наберет 333 лайка, я сразу же продолжаю снимать другие видеоролики по выполнению ваших заданий. Пацаны, также пишите свои задания, еще задание наберет больше всего лайков к следующему выполнению, то и буду, в принципе, выполнять. У вас будет шанс получить и заработать с меня 333 рубля на Киви, Яндекс или Вебмани. Сегодняшнее задание будет от подписчика Кот в сапогах. Ребят, можете посмотреть под прошлым видеороликом в выполнении заданий. Его задание набрало больше всего лайков. Нам нужно убить на сервачке зомби-монстра, получается, с вот этой вот пушки. Она называется Дух Дракона. 15 зомби за раунд, ребят. Это, я бы не сказал, что легко, и не сказал бы, что сложно, но, в принципе, будем что-то с вами делать и будем стараться, в принципе, завалить. Пока что у нас только один зомби. Я начинать задание данное не буду, только покажу вам цены на привилегии перед началом видеоролика. Можете поставить на паузу, посмотреть. Привилегии продаются через сайт kslike.ru. Вы все это все прекрасно знаете, ребят. И напоминаю, 333 лайка, уже заговариваюсь. Если вот наберете там за час, за два, за три, за день, то сразу же следующая серия с выполнением ваших заданий не заставит себя долго ждать. Поэтому как-то так, мужики, давайте. 15 зомби нужно убить, но пускай инфекция распространяется, пускай заражает этот паренек других пацанов, чтобы нам по-быстренькому все сделать. Но он просто-напросто пока что летает. Давайте я тогда возьму себе бронюшку, пускай она у нас будет. Вот, уже два зомбака, бесконечно патроны. Так, нам вот эту нужно забрать, эту пушку, потому что я ее случайно выбросил. И, в принципе, пацаны, мощный джетпак еще возьмем, чтобы дополнительно дамажить. Все, три зомби есть. Можем начинать, так сказать, продолжать выживать. 29 тысяч хп. Я думаю, смысла валить его нету. Поэтому мы вот берем нашу пушку, это мощного дракона. И сейчас будем, пацаны, дамажить. Будем сейчас дамажить. Давайте запрыгнем сюда на всякий еще пожарный. Ну, блин, зомбак-то умный. Я вот не знаю, как нам его завалить. Ух ты, а куда он пропал? Куда он пропал? Все, пацаны, первый килл на сегодня есть. Осталось 14 киллов. Сколько у тебя хп, братишка-то? Братишечка. Давайте, нам нужно, короче, убивать АФКшников, которые стоят просто на месте и не двигаются. Это будет самым правильным решением. И я думаю, будет неплохо. Вот у нас зомбак есть, пацаны, давайте дамажим и не попадаем, как всегда, по нему. Давайте, опа, вот так. Все, погнали, пацаны, погнали. Перезарядочка у нас, так сказать, организовалась. Давайте на правую кнопку мыши. Еще здесь все такие вот приколясы есть. Во, пацаны, сколько у него хп. Главное, чтобы его не завалили, потому что... Ух ты, все, красава, пацаны. Инфекцию распространяете, вообще здорово. Так, нам нужно его завалить, пацаны. Давайте, вот так, вот по красоте. Должны мужики сделать килл, должны. Потому что очень сложно выживать, 2 минуты остается. И нужно сделать 14 киллов, но нет, пацаны на последних секундах берут его и убивают. Давайте мы хотя бы этого тогда завалим с вами. Потому что, блин, это обидненько выходит, пацаны, давайте. Как-то так, у нас паутинка уже закончилась, быстро передвигаться с вами мы не можем, к сожалению. Давайте вот так на джетпаке еще. 7000 хп остается, это очень много, и мы не попадаем с вами, пацаны. Чтобы завалить одного зомби, это большое количество времени нужно, но паренек задания такие нормально задает, поэтому, пацаны, вот, как-то так, мы стараемся выполнять их, давайте. Блин, пипец, пацаны! Пацан тайминги ловит. Мы даже попасть к нему не можем вообще. Он просто берет и убивает. Давайте на правую кнопку мыши попробуем тогда волну эту запустить. Но также не попадаем. Ребят, это очень сложно. Давайте вот так. Сколько у тебя хп, братан, осталось? Давайте глянем с джетпака. Подлетим быстренько. 7000, мы ничего не снесли, что ли? Пацаны, это очень жестко. Ну хотя бы больше зомби становится и больше шанс нас, у нас появляется кого-то убить, завалить. Давайте вот так, пацаны. Отталкиваем, дальше идем к данному пареньку. Выстреливаем еще раз. И уже зомби остальные дополнительные к нам бегут просто. Давайте сейчас, пацаны, вот двойные будем пытаться убийство замутить зомбаков. Я не попадаю, пацаны, я не знаю, что с этим делать. Давайте дополнительно джетпаком будем дамажить, хотя джетпак здесь не очень мощный, вообще можно сказать бесполезно, 100 хп всего лишь сносит. И я не знаю, пацаны, что делать, и сможем ли мы завалить кого-то. Но 2 килла пока что у нас только есть на данный момент.
И без понятия на самом деле, что и как здесь будет, пацаны. Поэтому нужно валить, нужно валить. Так, выстреливаем, давайте на правую кнопку мыши тогда будем делать, стараться завалить. Стараться будем, пацаны. Нас дамажит, М2-3, давайте. А, броня закончила, что ли, уже все. Брони у нас не будет, я так понимаю, пацаны. Спасибо большое, Арсений, 0307. Просто киллы берет и фармит у нас, пацаны. Я не знаю, что с этим делать. Так, давайте тогда вот так вот будем хотя бы его дамажить. Я думаю, тоже неплохо будет. Сколько у тебя хп, братанчик? Давайте, давайте. Пацаны, у нас остается 20 секунд. Я так понимаю, задание мы не выполнили. Давайте вот так на правую кнопку мыши быстренько хотя бы этого еще завалить, чтобы не так уж стыдно было. Станем ему на голову и вот так вот будем валить. Наконец-то, пацаны. Наконец-то хоть кого-то завалили. Получилось нам завалить. Давайте, пацаны, опа, вот так отталкиваем. Но нужно вблизи, короче, стрелять с этой пушки. Потому что если стрелять сдалека, это не очень хорошо выходит. И последняя секунда, пацаны, и мы не убиваем. Да, все, пацаны. Задание, получается, я не выполнил. Не выполнил, лоханулся. Подписчик получает 333 рубля на Киви, Яндекс или Вимани. Если вы хотите также, пацаны, на халяву получать халявные денежки, то пишите свои задания. Что задание наберет к следующему выполнению больше всего лайков, то и буду, в принципе, выполнять. Поэтому все зависит от вас, пацаны, от вашего задания. Если оно понравится другим людям, они, в принципе, его пролайкают. Поэтому, братишки, пишите, ставьте лайкосики, 333 лайка, и следующая серия не заставите ждать. Ну, на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рамзес и дела. Всем хорошего настроения, мужики. Всем удачи. Всем пока. Пока. Пока.